Что ты делаешь? Что происходит, какая там анимация? Планетка, это что такое? У тебя малына влево-право бегает. А, у меня вышло, смотри. Анимация, ну это... Не, покажи. Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. И сегодня я не один, я вместе с мужиком по имени Анетка. Поздоровайся. Какая? Я не мужик, всем привет. Ты мужик. Я Анетка, нет. Ты пепа вонючая. Хорошо, хочешь докажу, что я не мужик? Хочешь? А ну докажи, докажи. Идем! Ой-ой-ой! Идем! Иди сюда! Можешь, пожалуйста, закрыть экран от подписчика? Да! Закрыл! Нормальный контент! Давай! Ну смотри! Анетка, ты не мужик! Точно! Братик, ну как ты видишь, я тупо бизнесмен. Я хотел бы именно тебе подарить этот замечательный M9.net. Что получить, надо первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, написать любой хороший комментарий плюс твой ID. И третье, самое главное, посмотри все видео от начала до конца без перемоток. Я это буду проверять, потом не мухлюй. Все, ребята, всем желаю удачи, а мы приступаем к рассмотру видео. Короче, почему рассказываю, что же сегодня будет. Мы вам покажем новую секретную анимацию, которую добавили обновление 0.21.0. Анетка, ты готова к этому разносу? Скажи мне только, Анетка, ты готова, женщина, или нет? Да, я готова, да. Короче, Анетка, смотри, мы прямо сейчас выбираем по оружечке и показываем секретные скины. О, ты помнишь, была секретная анимация на USP? Давай мы прямо сейчас пробуем ее повторить. Как думаете, выйдет или нет? Анетка, как думаешь, выйдет или нет? Ну, мне кажется, что да, у меня все получилось. Ой, Анетка, вот это у тебя попа. Так слышь, ты купи, может, ты купишь USP? Так купи USP, алло, гараж. Анетка, бомжетка, ты вонючая. Я не могу, я же за ты играю. Так можно купить. Я же добавил на кастомный лобби. Она, Анетка, приколистка. Анетка, не USP могу. Купи. Да ты можешь купить. Не могу. Да можешь. Не могу я купить. Да можешь. Не, ну ты прикол. Не могу, иди отсюда. Ой, фу, блин. 5 minutes later. Ну что, леди и джентльмены, спустя миллион лет у Анетки тоже появился USP. Все, Анетка, смотрим секретную анимацию. Ай-яй-яй-яй-яй. Анетка, анимацию, давай. Анетка, давай так, у кого последнего из нас выйдет секретная анимация, тот открывает гифтбокс. Прямо на этом видео. Блин, я думаю, будет очень круто. Давай, не прибедняйся, у тебя он есть в инвентаре, Анеточка. Я знаю, твой пару. 5 minutes later. Блин, у меня такое ощущение, что эту секретную анимацию просто-напросто убрали. Почему так сложно? Я не могу просто. Я просто сплю и букву R нажимаю. Если 2 часа ночи на часах, это не повод спать. Вышла, мне показалось, ты видел, вышла. Блин, а у меня вышло, смотри. Так, ребята, секрет анимацию на USP проверили. Теперь мы покупаем новую оружечку, новый пистолетик под названием. Анетка, знаешь, под каким названием? Каким? МАГ-10, бери МАГ-10. Блин, ребята, это будет нереально круто, если на МАГ-10 будет какая-то секретная анимация. Анетка, побег, а ну-ка, показывай, что там у тебя. Ой-ой-ой-ой. А ну попробуй стрельнуть и перезарядиться. Как это со стороны смотрится, интересно. Стрельнуть, перезарядись. О, слышишь? Ты что там все за попу полапал? А ну еще раз стрельнуть, перезарядись. Так а какая попа? Я сейчас сделала. Ну стрели, перезарядись. А ну-ка. А, за попу себя полапала, Анетка! Она за попу себя полапала и понюхала. Анетка! Короче, на МАГ-10 анимация самый дефолт, они еще интересненько. Давайте проверим, знаете, на что лучше. Мне интересно, на спасик. На спасик, это новый дробаш. Ну, по-любому, должно быть какая-то прикольная. Секрет... Ой, бля. Секрет... Ой. Нет, ты... Да я случайно. Поверил, анимацию. Встречаемся на миду и будем тестировать новую анимацию на спас. Потому что я уверен, тут есть какая-то прикольная секретная анимация. Блин, ребят, ну а мало ли вдруг, кто его знает. Анетулечка-то, а? Ой-ой-ой-ой-ой, Анетка, вот это у тебя попочка. Так, ну что, давай, Анетулечка. А, говорится, секретную анимацию пробуем сделать. Так, давай. А ну-ка. Ого! Ты смотри, как повернулся, смотри. Ого! Ого, Анетка, вот это у тебя волына. Побольше даже, чем у меня. Ну, тебя разукрашенная волына. Ну да, Анетка, нормально. Так, короче, пацаны, что я вам сказать? Спас 10, это полная какаха, тут нет никакой секретной анимации. Давайте-ка мы посмотрим секретную анимацию на Desert Eagle. Блин, кстати, вроде пока говорили, что добавили новую анимацию на Deagle. Давай ее проверим. Так, я делал 2 выстрела и делал перезарядочку. О, ля, куда она руку свою положила? Леонетка, ёханый бабай. Я хорошо, знаешь, я... Слушай, это прикольная анимация. А ну,
Давай еще раз заниматься осмотром давай делай. Ого, а что тут твоя рука делает? Ребята, вы посмотрите, что рука тут-то делает. Прям попу чешет, да? Эх, Анетка, Анетка, в попе конфетка. Слышь, ты меня не слив, все, ты меня, честно, уже не стал. Тише, успокойся. Оборачивайся задницей своей. Тише, тише, тише. Оборачивайся. Так, короче, Анетка, бери так 9, бери так 9. Проверяем. Ну что там? Ого, у тебя скин есть, у меня нема. Ай-яй-яй-яй-яй. И посмотрите, Анетка опять свою руку куда ведет. Посмотри, куда ведет, Анеточка. Следить. Так, ну что, делаем секретную анимацию. Мало ли вдруг у нас прям сейчас выйдет какая-то секретная анимация, я просто буду в шоках. Что? Покажи! Реально? Обалдеть! А что было? Тише, а что было? Не, это что было? Да, короче, я рассказываю, а я просто беру, оно крутится, ну как USP, USP, да, мы проверяли с тобой, а потом подлетает и ловится на левую руку. Обалдеть! Правой на левую. Так, ребята, попахит каким-то обманом. Как думаете, Анетка-то обманывает или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Дай слово перхоти, что ты не обманываешь. Вот прям сейчас слово перхоти дай. Даю слово перхоти. Ну ладно, поверим. Так, слушай, а давай мы прям сейчас проверим анимацию на Фенфал. Вот мне кажется, на Фенфал такая оружка, с которой вообще никто никогда не играет. А мало ли риск, это прикольная анимация. Бери Фенфал прям сейчас. Не, ну вроде бы пока что все как и было, правильно или нет? Теперь давай делаем пару выстрелов и смотрим анимацию перезарядочки. Давай. Ого, а ну-ка. Ха-ха, это прикол. А ну еще раз, еще раз. У тебя магазин в воздухе, я клянусь, магазин в воздухе, смотри. Давай, давай, давай. О, давай на М16 анимацию посмотрим, это будет тоже очень прикольно. М16 это оружие, которое мы разработчики, ну по-любому должны давать какие-то пасхалочки, потому что М16 это тупо топ. Да. Делаем пару выстрелов, давай, и анимация. А ну-ка. А что у тебя с магазином? А ну-ка, еще раз, еще раз. Я отвечаю, какая-то ерунда происходит. У тебя магазин тупо в воздухе летает, летает! Блин, ребята, я, конечно, все понимаю, но это что, Экстельболт? Обалдеть, только первый в жизни вижу. Прикол. Давай прям сейчас анимацию гранаты, слышишь? Бери гранату, бери гранату. У меня не хватает денег на гранату. Мне зато хватает на флешку, смотри! Не-не-не-не-не! Твою налево! Подбери ее и попробуй медленно бросить под себя. Хочу посмотреть анимацию. Медленно под себя, медленно, медленно. Бросай. Медленно. Слушай, ну ты нормально, говорю, медленно бросай. Ты куда я шмалянула? За километр. Так, короче, Анетка, встречаемся обратно на миду. И прямо сейчас мы проверим М40 и АВМы. А ну-ка. Нет, слушай, ну тут с анимацией все четко. Ну, можно еще раз пару раз выстрели. Давай, и теперь анимацию смотрим, попробуй сделать. Мало ли какая-то там секретная анимация. О, попробуй много раз R нажимать. Сейчас, не стреляй. Много раз R поднажимай. Много раз R. Давай, нажимай. Ёханы попай, Анетка, это что такое? У тебя волына влево-право бегает. Мать моя женщина! Анетка, ты еще в сосну въехала? Это что такое? Ёханы попай. А ну-ка. Так. Ого, ты сейчас трусов достала. А ну-ка еще раз. Стрельни и перезарядись. Тише. С трусов достала. Ля, у тебя бомба тупо в воздухе. Я просто это не понимаю. Как-то криво сделаны и модельки персонажей. Кен, слышишь? Хочешь, покажу секретную анимацию? Да, ну. А ну иди сюда, иди сюда. Иду. Ого, иди сюда. Я прыгаю, так. Смотри, смотри, доставай керамбит гол. Давай. И делай. Раз, два, три. А что, есть какая-то секретная анимация на кирогол? Есть. Серьезно? Да. Новая секрет анимация на керамбит гол, ты не шутишь? Ты тоже видишь дырку в байонете? В каком байонете? А, в натуре дырка. Реально дырка. Смотрите, дырка. Раньше не было. А я раньше не замечал, или она была. А для чего эта дырка? Это же палец просовывать. Тише, у тебя байонет обрезанный. У тебя байонет обрезанный. Это новая анимация на байонет. Ля прикол. Так, давай пробуем секрет анимации на керамбит гол. Мало ли выйдет. Давай. О, у меня анимация новая! Где? Покажи! Сейчас, подожди, смотри. У тебя только что вышла, какая она была? Ну, она была, блин, вот честно, я даже не могу описать. Она, вот знаешь, типа она как бабочка. Вот знаешь, как бабочка? Ну. Знаешь, бабочка, да, бабочка, да. Да? Вот это, представь, то же самое, только с М9 байонет. Ну а прямо сейчас мы, ребята, посмотрим новую секретную анимацию на миниган!
Просто представьте, как же это круто. Блин, посмотри, это анимация выстрела. Ё-моё, Нетка! Так, ребята, теперь я пробую сделать анимацию осмотра. Не знаю, у нас это выйдет или нет, но я очень сильно хотел бы, чтобы у нас вышла новая секретная анимация на миниган. Так, так, а ну-ка. Смотрите, смотрите. Вот это прикол. Обалдеть, смотри, 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 смотри. Что я делаю? Обалдеть, пацаны. Вот это круто. Просто с вас лайк, подписка. Я такой впервые в жизни вижу. Я даже не ждал, что анимация миниган насколько крутая. 5 minutes later. Короче, ребят, я уже попробовал больше, наверное, 50 раз. Что же я могу сказать? Вот эта анимация, которую вы видите прямо сейчас на экране, это единственная анимация, которая есть с этим миниганом. Больше разработчики анимации не добавили. Еще есть анимация стрельбы, но она тут максимально дефолтная. И самое интересное, то, что отдачи практически нету. Посмотрите на эту отдачу. Это, блин, какой-то прикол больше похоже. Ну а что же, уважаемые подписчики, прямо на секунду обязательно прожмите лайк. И самое-самое главное, подпишитесь на мой канал, буду проверять. Также, ребята, если вы хотите на халяву получить вот этот замечательный кунай пойзен, прямо эту секунду подписались на мой телеграмчик, ссылочки в описании. Также подпишитесь на мой ютубчик. Ну что же, с вами был ваш Кентуха, я Нетка, всем удачи, всем пока! Всем пока!